ведь мог убить меня тогда. Что тебя удержало? Любопытство. Еще вопросы? Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок. Цель. Путь к ней. Всего-навсего. Это твои приятели верят во всякий вздор о свободе. Когда-то ассасины ставили более разумную цель. Мир. Свобода и есть мир. О нет. Свобода — это хаос. Взгляни на революцию, что начали твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь шум. Поэтому ты на стороне Ли? Он понимает, что нужно будущей нации лучше, чем олухи, что ее представляют. А по мне, так ты попросту завидуешь. Люди сделали свой выбор. И выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. И красиво его объяснили, но правдой оно не стало. Разница, Конор. Единственная разница между мной и твоими товарищами — я не притворяюсь. Когда я был молод, у меня были свобода, время и любовь, которых я не видел, не знал и не чувствовал. 30 долгих лет прошло, прежде чем я постиг смысл этих слов. И сейчас, на закате лет, он ясен мне как никогда. Любовь, свобода, время, которое я когда-то не ценил, теперь придают мне сил двигаться вперед. Особенно любовь, Миомена. К тебе, нашим детям, братьям и сестрам. И огромному непостижимому миру, что дал нам жизнь и наполнил ее смыслом. Я люблю тебя, Мия София. Навеки твой, Эцио Аудиторе. Да, Дин. Все знают, что ты безумен. И поэтому... Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? А больше некому.